Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Буянов Дмитрий. Мы сегодня вместе с вами будем писать очень хорошую картину, которая вам несказанно понравится. Картина относится к мифологическому сюжету, называется «Молодость Вакха», находится в оригинале в частной коллекции, написана Адольфом Вильямом Бугро в 19 веке. Вы знаете, вот с этой картины мы начнем не из-за того, что эта картина относится к частным коллекциям, а из-за того, что слишком много было просьб создать подобие, вольные копии данных произведений искусств. И, послушав вас, дорогие друзья, ваши пожелания, я решил сделать вот такое небольшое короткометражное видео, в котором вы, естественно, не сможете увидеть все этапы в их детальной обработке, этапы, я имею в виду, создания картины. Но специально для вас, вопреки YouTube, который не разрешает размещать подобные видео, я создал большую, полную версию написания данной картины, которую вы запросто сможете посмотреть ВКонтакте в моей официальной группе «Художник Буянов Дмитрий». И ссылочку вы сможете увидеть в описании к данному видео. Можете перейти на эту ссылочку, либо скачать, либо просмотреть онлайн. Там я отобразил в одном видео все три этапа написания данной картины «Молодость Вакха». Вы сможете синхронно, без моих комментариев, синхронно под прекрасную итальянскую музыку сможете писать и учиться, самообразовываться. В том видео я подсказывать вам не буду, но вы сможете увидеть абсолютно все, чем я писал и какие методы я применял при написании картины вольной копии Адольфа Вильяма Бугро, повторюсь, «Молодость Вакха». Это короткометражное видео сделано специально для того, чтобы вызвать у вас интерес к продолжительному полнометражному видео. Если понравится такой формат работы, то, конечно же, присылайте мне на электронный адрес, на электронную почту свои пожелания, и я с удовольствием прислушаюсь к ним. Мы сделаем работу удобней и продолжим в таком стиле. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что все остальное вы увидите сами, самостоятельно уже. И хотел бы вам пожелать приятного просмотра. Очередная картина в стиле классического барокко будет у нас с вами выполнена полностью в течение 3 с небольшим часов, которые содержатся в полнометражном видео. Будущие работы, будущие успехи. Желаю вам удачи и, конечно же, считаю, что у вас получится не менее эффектная картина, чем получилось у меня при написании данного полотна. Удачи вам, друзья!